Всем добрый вечер. Вот, хотел рассказать об обновлении приложения «Социальный мониторинг». Оказывается, то, что с 22 мая в «Социальном мониторинге» было обновление. Вот. Что нового? Изменен механизм уведомлений. Здесь написано, ну, что уведомления будут приходить в смс-сообщениях, а кнопка «Сделать фотографию» будет доступна всегда. Вот. Это написано, значит, от 22 мая 2020 года, но это просто наглая ложь, потому что у меня есть видео о том, что приложение «Социальный мониторинг» мониторинг вплоть до утра 26 мая мне присылала пуш-уведомление, чтобы отправить фотографию, а потом только через час приходило смс, что надо сделать селфи, но кнопки на экране приложения «Отправить фотографию» не было. Вот. Я как бы врать не буду. Вот это видео. Вот. Первое у меня было уведомление 25 мая. Вот. Ну ладно, это не суть в этом. Я просто что хотел сказать, что почему они не могли, вот, помимо того, что присылают СМС-уведомления о том, что надо сделать селфи. Почему не могли разослать всем СМС то, что ихнее приложение обновилось, и теперь кнопка «Сделать фотографию» на экране приложения «Социальный мониторинг» будет видна всегда. Вот. И я просто что хотел добавить, что неизвестно, что ждать от этого приложения, и какое обновление ждет нас всех завтра, послезавтра, там в течение следующей недели. Ладно. Всем пока.